И снова отмечаю болельщиков Ярославля, которые по-прежнему остаются на трибунах, и они аплодируют, конечно, в первую очередь своей команде, но при этом уверенно отдают должное и, конечно же, «Магнит». Да, вот и нет ощущения, что «Металлург» выиграл на выезде, потому что, да, и болельщики уважительно относятся к «Магнитогорской» команде. Конечно, они поддерживают и свою команду, но, тем не менее, важнейший фактор, что никто не уходит, все остаются на трибунах. Но ситуация может измениться, когда железнодорожники оставят ледовую арену победителям. О, как! Клюшку Каюмов забрасывает прямо на трибуны. Благодаря болельщикам за эту сумасшедшую поддержку, которая была у «Локомотива» по ходу всего этого сезона. По самоотдаче, по желанию, ну какие могут быть вопросы? Ярославцам просто столкнулись они с силой.